В первом молитвенном марафоне примут участие 237 евангельских общин, пишет пресс-служба РосХВЕ со ссылкой на информбюро «Спектр». Марафон приурочен ко Дню памяти жертв Холокоста и стартует 30 января 2020 года. В нем примут участие церкви 102 городов России. Всероссийские молитвенные марафоны могут стать надежным фундаментом для строительства доверительных отношений между евреями и христианами.